что случилось? Скоро была. Ничего не получилось. Да и откровенно говоря, на спаррингах даже чувствовал, что-то не то, не попадал в ребят, даже на спаррингах. И ребята были быстрые. Хабиб меня ничем не удивил. У меня просто, я сам себя удивил, в плохом смысле слова. Ну, ничего не пошло. Ничего не пошло, зажался, не попадал. Ну, не попадаешь в голову левой, но ударив что-нибудь другое. Нет, 12 раундов бил голову, промазывал постоянно. Ну, наверное, просто это звонок. Наверное, это просто звоночек, что уже надо уступать молодым. Есть еще много дел в жизни серьезных. Делал, что смог, старался. Старался. То есть ты будешь продолжать карьеру или... Наверное, нет. Какой смысл? Хабиса я должен был выигрывать, но я его не выиграл. А что говорить дальше? Нечего. То есть нежелание реваншировать, слова тоже нет. Ну, это смешно. Можно, ну, блядь, мию. Запикаете. Ну зачем людей смешить? Бокс на всю жизнь в моей крови. Найдем себе другое занятие. Тяжело было в форму входить. Ты в хорошей форме на самом деле вышел на бой. Да я в неплохой форме был. Просто именно вот сегодня что-то случилось. И вроде бы в раздевалке чувствовал себя хорошо. Но в ринге что-то, как будто какой-то тумблер щелкнул. И все. Не было легкости, не было быстроты. И думал, вот-вот сейчас придет. Один раунд, второй раунд, 4 раунда прошло. Думаю, сейчас. Нет, не пришло. Спасибо, хватит. Спасибо.